Указы о назначении Сильвии Раду и Николая Чубука на должности министров подпишет спикер Андриан Канду или премьер Павел Филипп. Такое решение сегодня принял Конституционный суд, констатировав обстоятельства, при которых, по его мнению, необходимо временное исполнение обязанностей президента. Сам президент заявил, что, цитирую, «рано или поздно им придется ответить за все эти нарушения». Они ответят по всей строгости действующего закона, который сегодня они так бесстыдно нарушают, продвигая свои узкопартийные интересы. Конец цитаты. Так что же в конечном итоге кроется за этим решением суда? Это подчинение закону или политике? Об этом мы сегодня будем говорить и рассуждать. Вы смотрите «Полюс». Здравствуйте. Я представляю моих гостей, которые добрались сегодня до «Полюса». Максим Лебединский, советник президента по юридическим вопросам. Добрый вечер. Добрый вечер. Виталий Гамурарь, пресс-секретарь Демократической партии Республики Молдова. Вам здравствуйте. Добрый вечер. Владимир Цуркан, депутат, представляющий партию социалистов, председатель комиссии по правам человека. Здравствуйте. Да, вечер добрый. Знаете, сегодня меня спросили, будет ли Молдова подавать заявку на участие в книге рекордов Гиннесса по временному отстранению президента? Знаете, как я ответила? Я ответила так. Вы знаете, наверное, мы могли бы это сделать, но наши политики найдут прекрасную возможность для того, чтобы отстранить руководство книги рекордов Гиннесса. А как ответили бы на этот вопрос? Вы, учитывая всю вот эту ситуацию, конечно, это образное. Владимир Иванович. Да, это, конечно, все выглядит как шутка, естественно. Хотя в каждой шутке есть только доля шутки. А все остальное, конечно, это суровая действительность и печальная, если говорить об этой ситуации, для Молдовы действительность. Потому что я думаю, что без подачи заявки и так мы вот по этой позиции уже находимся в этой самой части, этой самой книги. Конечно, здесь есть и политическая составляющая, и юридическая составляющая. Естественно, одно без другого не может существовать. Но это уникальная ситуация. Вот меня этот вопрос волнует. Да, это уже абсурд, который был возведен сейчас уже в какое-то правило. И тем не менее, все равно такого действительно нигде нет. Этому все удивляются, как так можно... Значит, называть белое получерным, полусерым и наоборот. Я имею в виду понятие Конституции, потому что в Конституции ведь очень четко прописано, когда, в каких случаях это все может произойти. Прописано, кто должен принимать это решение. Прописано, кто должен обращаться в данном случае для констатации в Конституционный суд, для того, чтобы выявить, есть ли какие-то подобные обстоятельства или нет. Ну, по деталям, я думаю, что мы поговорим. По ходу передачи поговорим. Давайте вот по существу вначале. Господин Лебединский, почему у президента есть сомнения в части вот этих конкретных кандидатур? Вот в чем эти сомнения? Если мы говорим непосредственно насчет этих двух кандидатур, Игорь Николаевич и в своем ответе премьер-министру, как и в последующих постах, он написал о том, что есть две общие проблемы для обеих кандидатур. Во-первых, мы говорим о целостности этих кандидатов, да, которые она поставлена под сомнение. И во-вторых, соответственно, профессиональные навыки, которые нужны для этих отраслей. Ну, если мы говорим о целостности сегодня, скорее, да, вот, или вот так, такое... интегритате, по-молдавски, это... Неподкупность, да. Неподкупность. Так точнее. Во-первых, пару лет назад, если не ошибаюсь, в 2014 году насчет господина Чубук была возбуждена процедура в тогда еще ЧНИ, да, по поводу того, что он владел или пользовался домом незадекларированным, которому он сказал, что это дом его брата, в котором ему и брат живет за границей, ему позволил жить там. И в том числе, что он владел автомобилем BMW, который он сказал, что это автомобиль соседа, и по доброте душевной дал ему его в пользование. Да, то есть он бедный чиновник, но зато родственники и соседи очень добродушные люди.
Мы до сих пор не имеем ни одного результата, кстати, или информации о том, чем все это закончилось. Насчет госпожи Сильвии Раду, давайте вспомним, что было решение НАРЕ, которое было проведено расследование, в том числе периода, когда она являлась руководителем Red Union Finosa. И в решении НАРЕ было четко и ясно указано, что были обнаружены факты конфликта интересов, и именно что между Red Union Finosa были заключены договора с предприятиями, где она была учредителем или имела заинтересованность. Что случается в случае, если, к примеру, человек захочет кандидировать на должность депутата? Да? Он должен предоставить с нынешнего АНИИ, то есть то, что раньше было ЧНИИ, справку о том, что не находится под следствием, нету актов о признании, актов констатации нарушения закона о неподкупности и так далее и тому подобное. Не могут идти лица, которые были ранее судимы. И есть определенный список документов. Да, любому человеку, который хочет идти как на должность депутата, так и на другие официальные должности. Что получил Игорь Николаевич? Письмо, ну скажем, третье или полстраницы от премьер-министра, в котором было указано, что предлагаем на должность министра такого-то госпожу Раду и на должность министра такого-то господина Чубук. Ни копии бюллетеня, ни простого CV, ни справки о несудимости, ни справки, ничего. Вопрос. Когда в прессе разговаривается о том, что и насчет одного, и насчет другого есть определенные вопросы насчет их неподкупности. Ввиду того, что нету никаких результатов, нету никаких документов, как президент может взять на себя ответственность и подписать назначение этих двух граждан? Если мы говорим непосредственно о профессиональной деятельности, да, к примеру, о законе о публичной должности указано, что человек, который хочет пойти на управленческую публичную должность, он должен иметь минимум 5 лет стажа в этой области. Так не является нормально, чтобы министр, который идет в определенную область, имел соответствующий стаж, если его подчиненные должны иметь стаж минимум 5 лет, а министр у нас что? Двое юристов, один идет на сельское хозяйство, а другой идет на здравоохранение и социальную защиту. Ну так извините меня, пожалуйста. Не может быть последовательности. Да? Нас обвиняют в том, что мы как-то хотели преградить. Ну, я и в Конституционном суде дал предыдущий образец. Да? Когда госпожа Ифтоди была назначена на должность министра юстиции, вопросов не было. Потому что она юрист, у нее есть опыт в этой отрасли. Она была и ранее была министром, и судьей Конституционного суда. И только где-то женщина не работала по юридической сфере. Это логично. Поняла. Но когда мы говорим о этих двух кандидатов, ну тут определенные вопросы, соответственно, есть. Господин Гамбрадзе, судя по всему, вот эти аргументы, они демократов не убедили, если они все-таки подали, как мы знаем, в Конституционный суд, да, они подали свой запрос. Они настаивали на этом. Почему вот эти доводы для них не оказались убедительными? Ну, вопрос не в том, что такие-то или такие-то доводы. Надо учитывать, что, в принципе, когда проводилась реформа правительства, то изначально было сказано о том, что министры — это своего рода менеджеры, которые нанимаются правительством, нанимаются властью, которые должны руководить и непосредственно этим министерством. Министерства большие. При этом есть госсекретари, то есть замена, то, что заменили замминистра, сейчас госсекретари, которые являются специалистами своей области. Поэтому здесь разговор о том, что они не являются специалистами своей области, ну, немного неуместен. По простой причине, что от них не требуется досконально знать именно эту профессию, потому что есть госсекретари, они должны четко построить работу соответствующих структур и руководить воплощением, имплементацией всех положений, всех реформ, которые проводятся, которые предлагаются. Правительство... И я понимаю очень хорошо, потому что, ну, когда речь шла о том, что, ну, в пятницу, и меня спрашивали, какова будет реакция, я говорю, конечно, я не совсем рад тому, что происходит в Республике Молдова в этом смысле, потому что толкования тут разные. Я вспоминаю, когда первый раз это было,
И я говорил со своими некоторыми друзьями, профессорами из Франции, когда они меня спрашивали, что у вас происходит, я им объяснил так и так. Я говорю, ну покажите мне пример, когда глава государства, когда он обязан по Конституции подписать второй раз документ, он его не подписывает. Возник вопрос, и мы говорили как юристы-международники, поэтому исходили из той практики, которая существует у Европейского суда по правам человека или Международного суда, когда данная инстанция говорит о том, что невозможно оставить некий вакуум. Значит, правительство взяло на себя обязательство и ответственность за весь процесс, за все, что происходит в стране, потому что парламентская республика и так далее. Да. Поэтому, если премьер-министр понимает, что ему нужна команда, и в этой команде ему нужны эти двое представителей, то есть он и настаивает на этом, потому что впоследствии он будет отвечать за то, что отвечает, реформ. Соглашусь, но ведь премьер-министр также заинтересован в том, чтобы в его команде были люди неподкупные, были также люди, у которых, знаете, вот не будет сомнений в том, что вот у них есть такие проблемы, о которых говорил господин Лебединский. Почему? Почему на этот на это требование, да, нет ответа? Я думаю, что если бы были вопросы, в том числе у господина премьер-министра, по отношению к этим двум лицам, о том, что есть проблема по неподкупности, наверняка вопрос был бы немного по-другому. Я уверен, что у премьер-министра есть соответствующая информация, потому что было бы немного не совсем логично за несколько месяцев до выборов или до начала предвыборной кампании брать на себя такой риск и ставить людей, у которых проблема с законом. Как так получается, господин Лебединский, что у вас есть такая информация, а у премьер-министра, видите, такой информации нет? Это что? Премьер-министру никто не докладывает то, о чем говорит пресса, и то, что происходит в других органах государства. Но я другое хотел подчеркнуть. Господин Гамрарь хочет нас убедить в том, что в Конституции указано, что президент обязан второй раз назначить этих министров. Угу. Он, слава богу, господин Гамрарь, доктор права, я в принципе рад, что он тут, потому что он мне не позволит солгать. Конституция имеет четкую и ясную регламентирование насчет промульгации законов, да, что президент второй раз должен промульгировать закон. Есть в законе о судьях обязанность назначить на второе предложение судью, да, то есть либо первой, либо второй инстанции. Но если любой гражданин Республики Молдова откроет Конституцию Республики Молдова, вы не увидите в 98 статье слова, что при повторном предложении того же кандидата президент обязан его назначить. Эта обязанность появилась только вследствие решения Конституционного суда с, если я не ошибаюсь, января этого года. В этом случае имеет ли право Конституционный суд брать на себя обязанности парламента, либо народа? Конституция и новые процедуры, новые институты могут быть внедрены только путем Конституционного закона. Решение Конституционного суда не может заменить Конституционный закон. Это они же в своем решении написали, и по-молдавски, да, «Хотерли курсы конституционали факт корп коммун ку конституция». То есть они своим решением приравняли свои решения к конституционному тексту. Mm-hmm. Это незаконно, это ненормально. Практику о том, чтобы приостановить, да, главу государства со своих полномочий на 5 минут, вы можете найти, если я не ошибаюсь, только в Бельгии был такой случай, когда... 90-й год. Когда король отказался подписывать закон о браке между лицами того же пола, и он дал свое согласие на то, чтобы премьер-министр либо спикер подписал вместо него. Единственный случай в истории. Больше вы не найдете таких случаев. Соответственно, если мы говорим непосредственно о том, что как было. У меня другой вопрос. Почему в Конституционный суд обратились двое депутатов парламента? Угу. Почему не был соблюден кодекс о конституционной юрисдикции, и именно статья 38, которой я в начале заседания потребовал прекратить разбирательство по простому факту. В кодексе указано прямым текстом, что субъекты, имеющие право подавать ходатайство в Конституционный суд, имеют право подавать по своим компетенциям, кроме вопроса о приостановлении с должности президента. То есть это должен быть спикер, вы имеете в виду? Это не спикер. А кто должен был подавать?
решение парламента, подписанное спикером. То подписанное спикером. Минимум 51 депутат на заседании парламента, из которых большинство должны проголосовать за принятие такого ходатайства. Понятно. Это во-первых. Предположим, что имеет право подать кто-то, который заинтересован и чья компетенция непосредственно была затронута. Вопрос. С каких пор двое депутатов парламента являются представители премьер-министра? Ибо его воли о том, чтобы... Он даже не обратился в парламент с таким заявлением, что прошу инициировать процедуру приостановления должности президента, потому что мне нужно назначить двух министров. Я поняла. Владимир Иванович, были ли какие-то попытки в парламенте заняться этой темой, чтобы был тот самый 51 да голос? Да нет, конечно, не было ничего подобного. Так же, как и не было, кстати говоря, во всех предыдущих случаях. Хотя об этом мы тоже тогда говорили, что грубо нарушен этот порядок. Причем в первом случае было обречение премьера, что все равно является нарушением. Я имею в виду, когда так называемого министра обороны предложили. Но я хотел бы здесь вот еще на что обратить внимание. Да, я совершенно согласен с господином Лебединским, что касается проблем а. профессионализма и б. неподкупности. Кстати говоря, именно потому, что было такое решение Анре, именно потому, что недовольны были финосы с госпожей Раду, не был продлен контракт на продолжение руководства финосов в Молдове. И вот именно так. Поэтому с ней не продлили дальше контракт. Это о хорошем эффективном менеджере. Да. Значит, чем она себя проявила в Приморье, я думаю, все люди прекрасно знают. Елки, и ковры цветочные и так далее, и так далее. Что касается, кандидата на должность министра, давайте мы даже не будем спрашивать ЧНИ, а спросим просто любого сельхозпроизводителя, который в силу своей деятельности, в соответствии с законом, обратился в Министерство сельского хозяйства за получением субсидий. ВАИПа. В агентство, которое руководил господин Чупин. Они же при. Господин Гамурар сейчас вам скажет, а пусть ему ответит генеральный секретарь. Постой. По вашей логике. И вот послушайте, и вот в данном случае, а ведь нынешний кандидат на министра сельского хозяйства возглавлял эту службу. Вот так. Был заместителем у предыдущего, сейчас возглавлял эту. И вот вам любой из тех, кто получил или не получил, на ушко или как-то скажет, к сожалению, там действует система откатов от этих сумм субсидий. Этим занималась, кстати говоря, на уровне расследования ИЧНИА и так далее. Где это дело, что с ним, никому не известно. Так же, как и с теми фактами, о которых говорил господин Лебединский. Конечно, вот даже это говорит о том, что здесь кроме юридической составляющей есть еще и резонанс общественный. Люди возмущены, те, кто с этим сталкивались. Они, конечно, возмущены. И они, конечно же, поддерживают в этом смысле позицию президента, который из этих именно соображений, причем он не прятал их, а конкретно высказал, не поддержал. Есть еще один момент, очень, мне кажется, серьезный, говорящий, опять же, о их не только подкупности, неподкупности, но в том числе и, скажем, о такой, знаете, моральной ответственности, хотя трудно сейчас говорить, наверное, в этом случае о моральной ответственности, перед государством, перед людьми, перед бюджетом. Господин Гамурари совершенно правильно сказал, что фактически эти люди назначены на 3 месяца, там, грубо говоря, месяц. 4-5, максимум. Хай будет 4 месяца, да. Пусть будет 4 месяца. Потом они уйдут в почетную отставку, получив соответствующие индемнизации, пособие, как министр, ушедший в отставку. Вы полагаете, понимаете, что беспокоится? Вы думаете, что всерьез вот демократы так беспокоятся о материальном благополучии? Да я говорю не о том, о чем они беспокоятся. Я просто говорю о том, чтобы это было понятно всем. Что, кроме всего прочего, еще и будет причинен ущерб бюджету в этом случае. Ведь на эти 4 месяца вполне мог бы быть кто-то там из тех, кто есть секретарей государственных, заместители по прежнему названию, вполне мог исполнять обязанности, будучи достаточно
осведомленным о том, что есть в этом министерстве. Вот. Но, к сожалению, значит, не пошли по этому пути. И тот факт, каким образом было представлено просто на полстранички, значит, без всяких сопровождающих документов, говорит о том, что заведомо, заранее понимали и знали, что пойдут по этой процедуре. Господин Гамаль, будете говорить, комментировать по поводу заведомо заранее. Просто я бы хотела, чтобы все говорили одинаково. Вот насчет заведомо заранее, видите, есть сомнения. Я их попыталась тоже уже озвучить, потому что должен знать премьер-министр подробнейшую биографию тех людей, которые собираются работать в его команде. У меня еще есть вопрос, кроме этого, по поводу вот этих 4-5 месяцев. Вот Владимир Иванович с этой стороны посмотрел. А вот некоторые говорят так, так он будет премьер, и вообще демократы будут пользоваться этими кандидатурами в своих электоральных целях. То есть не зря их назначают именно сейчас. Понимаете, то есть у них есть какие-то виды на то, чтобы эти люди в период предвыборной кампании делали какие-то вещи, какие-то заявления. Господин Гамураль, спорьте со мной. Во-первых, надо исходить из того, что на те месяцы, которые есть, если начать с того, что мог бы заниматься этим госсекретарь или генеральный госсекретарь, то здесь сразу же скажу, оговорюсь, что в принципе такое невозможно сейчас, потому что если был такой подход, могли бы оставить соответствующих министров. Премьер-министр четко сказал о том, что он недоволен, он поблагодарил за проделанную работу, но недоволен теми темпами, которые проходят соответствующие реформы и имплементации. Если позволите, вот сейчас замена. Не удержусь, это не вам реплика, а сейчас реплику скажу премьер-министру, потому что когда эти люди... И мы помним, назначались в состав кабинета министра, которого сейчас уволили. Я не помню что такой кампании, которую развели некоторые средства массовой информации. Что писали? Правительство технократов. Эти люди, которые смогут поднять уровень их министерств на самый высочайший уровень. Это новые европейцы. Вы понимаете, были вот такого мнения было о них, извините меня, пожалуйста, премьер-министр, что просто, я не знаю, как-то даже стыдно должно было стать, если вдруг кто-то не хочет их назначить. Прошло время, мнение изменилось. А где гарантия, что спустя какое-то время точно так же вы не скажете о Сильвии Радо, о господине Чубуке и так далее? Почему такая кадровая политика? Во-первых, никто не говорил о том, что они не справились с той работой. Я сказал, что они не справились с том объемом или, по крайней мере, в том виде, как чего-то не ждали. А вам не надо говорить. Я помню, что на последних заседаниях правительства в отношении министра сельского хозяйства говорил премьер. Вы помните эти реплики, которые он бросал? Вы были там. Не даст человек мне соврать. Да, то есть я бы даже сказала, иногда это был повышенный тон. Мы все помним этот случай, поэтому еще много было разговоров в этом смысле. Я помню хорошо вторник, когда премьер-министр поблагодарил соответствующих министров за проделанную работу. Он сказал, что вопрос не в том, что вы не справились. По крайней мере, те темпы, которые были навязаны изначально, и то, чего хочет добиваться правительство, в принципе, вот они с этим не справились. Поэтому пришел вопрос о замене. Сейчас, если говорить о том, что это электоральный или не электоральный подход... Конечно, успех правительства это должен быть в том числе и электоральный. Было бы наивно думать о том, что правительство работает, не учитывает в том числе, что благо, которое приносится все эти реформы, все, что происходит, все эти проекты, что они не будут на пользу демократической партии. Демократическая партия, когда взяла на себя руководство страной, когда сказала, что это правительство, которое мы назначаем, естественно, требует от... Это любая партия такое делает, потому что есть конкретные результаты, которые преподносятся. О том, что эти два человека... новые представители, что они о них заботятся как бы в электоральном подходе. Во-первых, надо исходить из того, что практически не существует таких ситуаций в мире, очень мало, когда за несколько месяцев до выборов меняется министр. Это может себе позволить только очень сильная партия, может себе позволить только та команда, которая верит в свой успех и понимает, что можно будет продвигать дальше. Поэтому здесь в этом отношении я понимаю премьер-министра, что он настаивает на этих двух кандидатурах. Я не думаю, что заранее была подготовлена вот эта информация, или, по крайней мере, было предусмотрено, что вот именно так будет, опять же, через Конституционный суд пробует. Потому что и мы каждый раз говорили, я, по крайней мере, всегда исходил из этого, никогда даже на вопрос о том, как вы поступите, если глава государства, если президент Республики Молдова не подпишет второй раз документ. Я каждый раз говорил, я не хочу верить в то, что не будет подписан документ. Я хочу верить, что каждый, занимающий должность в этом государстве, начиная от президента, премьера, представителя парламента и так далее, будет выполнять те обязательства, которые за ним записаны. Я вчера разговаривал и прослушивал, потому что есть сейчас интересная информация, в субботу-воскресенье было
во Франции обсуждаются вопросы по беженцам после Зальцбурга. И вот интересный момент, который я проводил параллель вот именно с тем, что происходит у нас в Конституции, потому что юристы-конституционалисты, специалисты, они вам скажут, что такое сегодня конституционный блок. Это в том числе, это не мы придумали, это и в Европе об этом знают. Я проводил параллель, потому что сейчас, когда разговор идет о подаче заявлений на убежище, вот, чтобы получить статус, там указываются моменты, которые не прописаны в Женевской конвенции 51 года, потому что тогда еще не было об этом. Но именно Конституционный суд является тем органом, который дает толкование Конституции, он исходит из того, принять к рассмотрению данный вопрос, вот это в чем было, что два депутата или 51, это не мне решать, как правильно. Но это Конституционный суд должен был решить. Принимает он, не принимает. А раз он принял, он посчитал, что, в принципе, это законно, и, по крайней мере, в современном толковании... Но он принял в нарушении своего же кодекса деятельности. Но вот это, в чем вопрос. Никто не признавал неконституционным эту норму. Конечно. Кодекса. Тогда что получается? Давайте любой человек, да, напишет шапку заявлением в судебную инстанцию с любой проблемой, да, к примеру, даже конституционной, и судебная инстанция решит для себя, принимать или не принимать. А зачем сделали кодексы? Зачем сделали законы? Зачем установили процедуральные нормы? Зачем разделили компетенции? В этом логика. Это один из парадоксов. Мне удивляют еще другие два. Да? Те министры, которым премьер, ну, скажем, по вашей версии, что не был доволен темпами, да, они были назначены тем же путем, который хотят назначить сегодня этих. Разве это не парадоксально? Нам тоже тогда кричали, что президент хочет заблокировать назначение профессионалов. Но профессионалы домедлены. Другой парадокс составляю в другом. Вы же говорите о том, что за политику, за работу и так далее отвечает непосредственно госсекретарь, да, или госсекретари. А с другой стороны, вы говорите, что без министров ничего бы не двинулось с места. Слава богу, кворум в правительстве есть, да, даже сегодня было заседание, был на нем, было проголосовано 40 вопросов с повесткой дня, и не было никаких проблем. Но вопрос, зачем спешить? Зачем наяривать на конкретных двух людей, когда до конца непосредственно целого мандата правительства осталось пару месяцев? Это не меняет ничего, исходя из вашей же логики, потому что за то, как воплощается политика правительства, отвечает госсекретарь. Но если брать политическую подоплеку, то в соцсетях очень часто встречалась такая версия. Но все-таки Сильвия Раду, будучи на посту исполняющая обязанности генерального примара, все-таки какой-никакой-то рейтинг у нее появился. И несмотря на то, что все демократы отрицали о том, что она является их человеком. Да, они сейчас отрицают. Да, но сейчас уже это, как бы, по-моему, никто не отрицает, потому что она уже будет работать. Я думаю, что человек пришел со стороны, потому что как и министры тогда, когда было в декабре месяце, когда мы говорили о том, что люди, в принципе, не из партии пришли. Угу. То есть сегодня эти два человека, в принципе, более того, то есть со стороны, учитывая конкретно вот их результаты, по крайней мере, премьер-министр, учитывая А почему же вы не назначили кого-нибудь, например, из платформы «Да»? Вот тогда вы точно все сказали, вы знаете, какие независимые у нас являются представители демократической партии. Где гарантия, что представители этих партий, если бы мы им предложили, они не саботируют деятельность правительства? Это то нам вы уверены в этом? Нет, да? Я говорю, где гарантия? То есть надо быть уверенным, чтобы опять проходить всю эту процедуру. Хорошо, то есть, я выслушала ваше мнение, теперь скажу мнение тех людей, которые писали эти посты, да, вот в том числе и в Фейсбуке. Они говорили как? Ну вот есть у нее какой-то процент, надо как-то это конвертировать дальше, потому что Сильвия Раду, женщина, как оказалось, она дитя многих талантов. Она и у нас и в Финосе, она и переводчик, она и кандидат в президенты, она и исполняющая обязанности мэра, и теперь она у нас практически министр. Как раз понимаете? И вот это как-то, да, вот понимаете, и это возникает вопрос, как же вот, какие таланты вот оценили так сильно демократы, именно вот у этого человека, это может быть не к вам вопрос, пожалуйста. Только компания Финоса не оценила до конца и не стала продлевать свой контракт. Ну, судя по всему, и за кандидата на пост президента, как бы, и избиратели не оценили ее. Конечно, потому что вы сказали тут о рейтинге за время... сколько там, несколько месяцев нахождения в этой должности исполнения обязанностей примаря. Но ведь мы же прекрасно знаем, как появляется этот рейтинг. Нет, рейтинг уже, который она получила на выборах. То есть уже эти проценты есть. Сколько она у вас процентов набрала, господин Гамурари, на этих самых?
на местных выборах? Госпожа Сильвера, напомните если мне. Если я не ошибаюсь, около 10. Я не помню, сколько она набрала, но вопрос в том, что это все... Видите? То есть вот это все... Это все то, что называется обработка мнения мозгов избирателей, которая осуществляется при помощи средств массовой информации, которые сконцентрированы в определенных руках. Да. Вот почему появился этот самый рейтинг. Надо было потом отмывать от этой елки, от этого ковра и так далее. Потом, значит, увольнение людей, которые в конечном итоге все равно вернулись в примарию сейчас. То есть все это напоминает очень такой плохой спектакль. Но я хотел бы тут еще один момент, наверное, вот господин Лебединский в этом смысле, наверное, ему тем более есть что сказать. Ведь роль самого Конституционного суда. Ведь вы посмотрите, ладно, когда мы говорим о какой-то интерпретации, но ведь в Конституции четко прописано, что подобного рода вещи и констатация Конституционного суда осуществляется о фактах, обстоятельствах неспособности президента исполнять свои обязанности временно или вообще. Я хочу вам помочь. Не надо мне помогать. В плане Конституционного суда. Вы сейчас поймете, что я имею в виду, потому что эта помощь, мне кажется, она будет, что называется, в лузу. Сам Конституционный суд, оказывается, 10 ноября 2015 года под председательством небезызвестного Александра Танаса сделал одну трактовку, ответил на запрос Центральной избирательной комиссии, и вот там в части возможности отстранения президента сам Молдавский Конституционный суд вот пишет, как 46-й пункт, я зачитываю. Суд повторяет, что правило приостановления полномочий президента за серьезные акты нарушения Конституции само по себе подвержено критике, потому что является источником путаницы и двусмысленности как по содержанию таких нарушений Конституции, так и по самой процедуре, пишет наш Конституционный суд. Далее. Румыния и Словакия являются единственными государствами в Европейском Союзе, в которых президент, избранный гражданами, может быть приостановлен парламентом. Только в случае Словакии законодательный орган осознал, что эта мера может быть оскорбительной, и они решили, значит, предусмотреть следующую санкцию. В случае, в котором президент не уволен, распускается сам парламент. То есть наш родной Конституционный суд, только с другим председателем, в принципе, ранее, в 2015 году, о возможности приостановления президента говорил так. Теперь он говорит по-другому. С тем же председателем они потом изменили свою же практику. Мне не важно. Я нашла то, что они говорили ранее. Понимаете? И я хочу получить вот эти комментарии. Это что получается? А здесь, кстати говоря, меня заинтересовало одно, на мой взгляд, ключевое слово. Оскорбление. Оскорбительными являются. Ну, вот оскорбительно. Да. Подобного рода решение Конституционного суда оскорбительно для молдавского народа, который проголосовал президента. Но вот если, что если мы самое интересное. О той же Румынии, есть и другие. Понимаете? Да, потому что вот, встречаясь с людьми, спрашивают, так что, они опять нам будут, извиняюсь, плевать в лицо? Вот мнение людей, для которых это оскорбительно. Они избрали президента, президент излагает конкретные, аргументированные абсолютно доводы, факты и так далее, не обсуждая, что тоже интересно. Ведь, в принципе, изложил президент свое мнение. Ну хорошо, давайте встретятся, обсудят, выскажут и так далее. Этого не произошло. Абсолютно. Моментом комментарий, моментом заявления некоторых из, значит, лидеров демпартии, по-моему, господин Яков сделал заявление. Ну, тогда, наверное, придется идти по этому пути. Ну, вот и все. Да. Ну, и сами источник путаницы и двусмысленности, как по содержанию, так и по самой процедуре. Вот я такая вам вот еще добавлю, трактовка, что понимаете? Насчет Румынии, есть... да, если вы дали этот пример, если вы посмотрите сегодняшнее заседание, дал в пример три решения Конституционного суда Румынии, которыми были случаи, когда опять-таки пытались президента заставить сделать что-то именно. Где Конституционный суд Румынии установил, что в этом случае должно идти на политический компромисс. Так. Нелогично заставлять президента делать что-то. В этом случае его должность исходит к нулю. Что происходит, и это очень важно понять.
Приходит премьер-министр, то есть, конкретнее говоря, кандидат в премьер-министра с списком будущих министров. Да? Их проверяют, во-первых, все органы. Они идут в юридическую комиссию парламента. Они приходят в пленум парламента, где все депутаты имеют право задавать вопросы. Если им юридическая комиссия даст отрицательный авиз, соответственно, они не будут назначены и так далее и тому подобное. То есть, если кандидат в премьер-министр приходит с целым списком министров, они отвечают перед 101 депутатом парламента и проходит очень нелегкий путь за пару дней. Что происходит в случае изменения одного или двух министров? Парламент отстранен от всей этой процедуры, и тут включается вместо парламента президент. Но по какой-то логике Конституционного суда, если ты изначально идешь министром вместе с премьером, значит, тебя должны жестко проверить. А если ты идешь вместо кого-то, значит, премьер-министр просто может написать заявление президенту. Если он откажет два раза, ну тогда он сам разберется без этого. Где равенство одного и другого кандидата на одну и ту же должность? Где процедура? В этом случае мы можем взять уголовника, человека, который и был признан виновным в любом преступлении, неважно, будь то коррупция, у него, к примеру, условный срок. Премьер-министр пишет заявление, прошу его назначить, президент отказывает два раза, и идут в Конституционный суд, и у нас будет человек, который имеет непогашенный... Вот господин Гамурарий, например, говорит так, что он не ожидал, что президент отклонит... Я всегда остаюсь оптимистом. Вот. Был оптимистом, то есть для них вот эти вот... Вот господин Гамурарий так говорит, имеет право будет... так считать. И даже после изложения тех доводов, которые были у президента... Давайте скажем так, изначально почему мы считаем, что только у президента есть определенные доводы, почему мы считаем, что... Премьер-министр не проверял или соответствующие органы не представили информацию об этих людях. Но он об этом не говорил. Почему это не предоставляется президенту? Вот в чем вопрос. Это вопрос... То есть банальная опись, когда родился, где учился. Это получается в таком случае со стороны администрации президента недоверие к институту премьер-министра. А давайте поставим потому что не верят в том, что премьер-министр... А с каких пор кандидаты в министры являются... предположительно добросовестными и мегапрофессионалами. Любой человек, который хочет пойти на определенную должность, соответственно, он должен показать, что он подходит этой должности. Мне кажется, что доверие это вообще категория не юридическая, господин Гамурарий. Тот закон о государственной службе, о государственных служащих четко прописывает, опять же, что должен представить кандидат на любую ответственную, тем более руководящую должность, для того, чтобы он рассматривался как кандидат и был назначен. Я думаю, соответствующая информация была представлена. Давайте возьмем другой пример. Решение, так называемое решение по Филату. Когда ему отказали, то есть, скорее всего, установили, что он не имеет права быть кандидатом на должность премьер-министра. Что указал тогда Конституционный суд? Что ввиду того, что в прессе... Что есть, в обществе витает подозрение. То есть подозрение. Предположение. Подозрение в коррупции. Он не может быть кандидатом. И в этом случае президент должен назначить другого министра, насчет которого нет предположения в коррупции, на должность исполняющего обязанности премьер-министра. Что изменилось у нас за 3-4 года? В чем поменялась суть? То есть у нас есть пару источников медийных, у нас есть конкретная процедура, которая была начата насчет одного кандидата. У нас есть решение официального органа насчет другого. Что изменилось? Почему в случае Филата решение Конституционного суда было аргументировано, а сейчас нет? Там, во-первых, речь шла о премьер-министре, такая же практика существует. В Румынии, указали, что это применяется как к премьер-министру, так и ко всем министрам. И это указал наш любимый Конституционный суд. Я говорил о том, что соответствующая информация, проверка на неподкупность, и все вот эти вопросы по отношению к этим двум лицам проходили эту проверку, и информация соответствующая пришла к премьер-министру. Я уверен, что такая информация существует. Премьер-министр беря на себя... Проходили, и вы уверены, это разные вещи. Я просто не рассматривал вещи, но я знаю, что существует процедура в обязательном порядке, потому что никто не будет брать на себя такой риск, предлагать людей, которые, в принципе, за которыми, или которые в ссоре с законом. И премьер-министр хорошо это знает. Поэтому здесь в этом случае, беря на себя соответствующие обязательства и предлагая этих лиц,
То есть человек изначально он понимает, что и правительство понимает, что оно берет на себя соответствующую ответственность. И в данном случае, когда президентура говорит о том, что вот мы не согласны с этим, получается, что две структуры, почему-то президентура считает, что правительство или вот те структуры, которые работают и информацию дают правительству, что они не являются достоверными, или опять же непонятный вопрос. Президент должен стать простым нотариусом или секретарем, который просто подписывает документы. В данном случае... Но так получается. Нет, вопрос в том, что правительство берет, то есть правительство является тем, которое берет, полностью отвечает за ту политику, которую проводит в стране, парламентской республики, в данном случае премьер-министр отвечает за... Они берут на себя эту обязанность, когда они идут перед парламентом. И когда им парламент, потому что в случае назначения полного кабинета министров, к президенту приходит запрос не от премьер-министра, а приходит решение парламента с предложением конкретного полного кабинета министров. В этом случае премьер-министр не идет перед парламентом брать на себя ответственность. Эти кандидаты не проходят ту процедуру, которая проходит полный кабинет министров. В этом случае, естественно, президент отвечает за качество этих лиц. И премьер-министр имеет полную обязанность предоставить абсолютно всю информацию об этих кандидатах, чтобы президент мог взять на себя эту ответственность, назначать или не назначать. У меня один вопрос такой. Во время заседания Конституционного суда каким-то образом были рассмотрены доводы президента, касающиеся профессионализма, касаемо неподкупности? Но мы это увидим уже в обоснованном решении. Но ничего, данный момент. Реально вот так вот такого обсуждения не было. Но... То есть вот это еще просто раз говорит о том, что вот если в случае с тем же Филатом, значит, дали такую оценку, в данном случае... Я уверен, поскольку есть уже окончательный, как сказать, вердикт, дадут другую оценку. Это, к сожалению, говорит о том, что у нас, хотя вроде бы профессионалы с точки зрения подготовки члена Конституционного суда, но оказывается далеко не независимые. Хорошо, я немножечко смещаю тему, хотя, естественно, безусловно, имеет отношение мой следующий вопрос. Господин Гамурари, вот смотрите, не первый раз президент не делает то, что от него вы ожидаете. Вы и демократическая партия, и правительство. Вот люди спрашивают, ну вот если так, то почему каждый раз вы идете вот на такое пятиминутное отстранение? Почему, если вам вот, ну, не нравится так, как президент, не нравится с ним работать, почему вы не идете на импичмент? Причем это путь... Четко прописанный, то как единственный в конституции. Да, вот написано, что вы должны обязательно объявлять президенту вотум недоверия, импичмент объявлять и далее по всей процедуре, которая предусмотрена. Почему вы этого не делаете? Ну, во-первых, этот вопрос возникал и не только сегодня, сразу после первого случая, когда был отказано. И, в принципе, были определенные разъяснения, но и мы считали каждый раз, что, возможно, это разовая такая ситуация. Но, к сожалению, мы видим, что это повторяется. После первого не поняли, после второго не поняли, после третьего тоже не поняли. Был создан определенный прецедент, к сожалению, который в принципе, потому что там было сказано в 2015 году, Конституционный суд сказал, что о том, что только два государства привели пример. Я помню, когда после первого случая я спрашивал юристов-конституционалистов по поводу того, каковы процедуры в разных странах, практически во всех странах Европы существует процедура отстранение президента, главы государства в случае нарушения им Конституции. То есть здесь, и причем есть некоторые случаи даже более упрощенные, нежели то, что предусмотрено в Республике Молдова. Только это называется словом импичмент. Такого нет. Однозначно нет. Этот вопрос, понимаете? Потому что ситуация такая, когда я разговаривал со своими знакомыми, иностранцами, когда они спрашивали, как такое возможно, я говорю, давайте разберемся, потому что мне тоже интересно, после первого случая. И логика, которую я приводил, пример Европейский суд по правам человека. Европейский суд по правам человека за любое нарушение Римской конвенции на той стороне Днестра, так, в Приднестровском регионе, будет отвечать Республика Молдова. Почему? Потому что данная территория является частью Республики Молдова. У нас нет права оккупации, как некоторые политики говорят, о том, что территория находится под оккупацией Российской Федерации. То есть нет эффективного контроля, то, что для Европейского суда является обязательством. Да, он, принимая решение, он не признает наличие некого вакуума. Европейский суд рассматривает нарушение в плане нарушения конвенции. Римской конвенции. Мы говорим конкретно о Конституции Республики Молдова. Я провожу параллель о том, что... Я вам сейчас просто скажу, почему
Да. Пошли по этому пути. Вот вопрос был именно, почему? А для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо поднять первое обращение господина Филиппа по первому случаю в Конституционный суд, в котором он четко прописывает, я не помню, в каком абзаце, в шестом или седьмом абзаце, если они пойдут на импичмент. Поскольку путь импичмента или объявления вотума недоверия, в данном случае президенту, невозможен в силу того, что он имеет большой авторитет и рейтинг и поддержку в обществе, поддержку да. Со стороны населения. Поэтому просим найти другой путь, другую возможность. Другой путь, законный путь. И на что Конституционный суд? А законного нету. Нет, это была интерпретация Конституционного суда. Конституция только такой путь предусматривает. А давайте посмотрим. Конституционный суд, он является тем, который толкует. Либо президент болен, предусмотрен в Конституции, либо он болен до такой степени, что он не способен больше выполнять. Это уже не временное отстранение, а полная невозможность исполнения дееспособен. Да. В этом случае, опять же, происходит по обращению парламента констатация этого факта. Первого или второго. И давайте не путать либо, невозможность либо исполнения своих обязанностей. С желанием именно это поддержать. Потому что это аргумент. Ну, мы как-то говорили в одной передаче. А я вам добавлю. Мы имеем три органа. Парламент, правительство и президент. Правительство отвечает перед парламентом. Правительство не имеет ни одного голоса граждан, да, кроме граждан Республики Молдова, которые являются депутатами и проголосовали за них. Президент Республики Молдова получил голосов больше, чем любая партия, представленная в парламенте. Если я не ошибаюсь, даже если взять всех депутатов вместе, у них нету столько голосов, сколько получил президент Республики Молдова. В финале, когда два человека, обязательно один набирает большой процент. Можете посмотреть, в том числе, в том числе и результат первого тура. В любом случае, ни одна партия не взяла столько, сколько взял Игорь Николаевич на этих выборах. Он является ответственным непосредственно перед народом. И причем перед большинством народа Республики Молдова, которые проголосовали за него. Он по Конституции является гарантом суверенности Республики Молдова, а суверенность принадлежит непосредственно народу. Теперь риторический вопрос. Может ли человек, который является гарантом суверенности Республики Молдова, выбранный напрямую голосами граждан, подчиняться воле одного человека, который не был избран в свою должность, на основе выборов. Он был назначен на основе политической воли. Теперь другой вопрос. Как себя должен повести избранник народа, который отвечает непосредственно перед народом? Как он будет отвечать перед теми гражданами, которые избрали? Есть два вида ответственности. Юридическая и политическая. Если мы говорим о юридической, в этом случае должно быть преступление. В этом случае преступления нет. Если мы говорим о политической ответственности, она не должна быть перед премьером или перед парламентом. Политическая ответственность в случае президента будет только перед своими гражданами. То есть тот самый импичмент через референдум, который... Венецианская комиссия... Пусть договорит господин Лебединский. Импичмента президента вообще указала, что в случае в нашей стране, из-за того, что не предусмотрено контрбаланса президент с парламентом, процедура импичмента президента вообще должна быть исключена, чтобы он имел возможность исполнить полностью свой мандат. Как у нас в случае с парламентом, да? И они дали ответ именно на заявление президента, объяснить, можно ли установить новые условия для распуска парламента. Господин Лебединский, я для телезрителей сейчас проще давайте объясню. Я скажу так, не объявляют импичмент потому, что они уверены в том, что... Но об этом премьер написал в первом обращении своего Конституционный суд. Я вот сейчас это популярно объяснять для телезрителей. Да, но это премьер-министр признал сам. Он сам признал в своем обращении. В этом, возможно, кроется вот вся вот эта вот чехарда. Да нет, конечно, потому что если начинать эту процедуру, это занимает определенное время. И, в принципе, тот вопрос, который должен решить правительство, он не решается. А правительство должно назначить соответствующих лиц в качестве министров.
и чтобы они продолжали работать. То есть это срочный вопрос. Вот мешает же, вот мешает. Нет, Видите, раз, два, три, четыре месяца. На улице конец сентября, у нас, а первая ситуация возникла в январе. То есть за это время можно было бы, чтобы эта ситуация была. И не в январе, еще в декабре. В январе было первое решение. Уже первое решение Конституционного суда. Хорошо. Мы почти год говорим об этом. Вся процедура по импичменту, она длится один месяц. Максимум один месяц и одна неделя. Это был неприятный вопрос для господина Гамурари, теперь для вас, господа, не очень приятный вопрос. Что ваши недоброжелатели говорят? Они говорят так. Ну, а раз так, вообще пусть президент сам подает в отставку и провоцирует вот все это. Выборы и свои, и парламентские. Вот он обещал, что... Отставка президента обещал, не провоцирует он, вот сейчас, парламентские выборы. Да. То есть и что он обещал, что когда он придет к власти, значит, что он разберется и с парламентом, и с правительством, и все это будет решено. Некоторые считают, что именно вот этот путь, когда президент сам подает в отставку, это решение. Так считают левые, ваши конкуренты. Поясняйте. Подача в отставку означает, что полностью, значит, исполнение обязанностей переходит к председателю парламента. Так. Либо к премьеру. Вот и все. Каковы юридические последствия этой подачи отставки? То есть, тогда, таким образом, скажите, пожалуйста, логика. Как будет смотреть президент в глаза народу, который его избрал? Если он добровольно поднял руки и, значит, ушел в сторону. Согласна. Такого невозможно. Ну, во-первых, это не ко мне вопрос, это... Вы можете прокомментировать. Я просто говорю, что союзники по левому флангу, какие претензии предъявляют вот сейчас социалисты? У меня просто встречный вопрос, потому что господин Лебединский очень хорошо охарактеризовал все, что касается полномочий президента и как работает и является гарантом суверенитета и так далее. У меня вопрос, почему тогда глава государства, когда принимая присягу главы государства, он же говорит о том, что будет чтить и будет соблюдать Конституцию. Правильно, Конституция, это, а не это, решение это, Конституционного это суда. Называется быть гарантом Конституции, ну, вот даже если это не записано. Но Конституционный суд толкует Конституцию. Кроме него никто не толкует. Об этом уже было только что сказано. Господин Гамурари, что он является гарантом суверенитета, то есть гарантом интересов и воли народа. Мне поэтому приятно, что вы тут. Потому что мы с вами будем говорить о той же материи. Мы говорим о тексте Конституции, который может быть интерпретировано, и есть определенные вещи, которые они не могут быть расширены. Есть еще дух Конституции. Есть дух Конституции. Но, если мы говорим о интерпретации, это не значит, что Конституционный суд может включать новые сроки, новые процедуры, новые понятия, которые не предусмотрены Конституцией. Либо они делают обращение в парламент с рекомендацией о том, что нужно дополнить, исключить, изменить и так далее. У нас остается 5 минут, у меня два вопроса важных. Первый вопрос. Решение Конституционного суда у нас окончательное. Но есть ли возможности апеллирования вышестоящих к венецианцам? Я не знаю, куда еще принято у юристов. Вот можно как-то эту ситуацию уже разъяснить раз и навсегда? Есть такие варианты? Кто-то ответьте коротко. Это решение окончательное, его нужно исполнять. Нравится нам, не нравится это решение, потому что все вопросы, которые относятся... То есть апеллировать к европейцам, как это принято, мы в этой ситуации не можем. Но вы не найдете ни в одной стране мира, где Конституционный суд, или как бы ни назывался... В европейской стране, скажем, проще возьму, не возьмет нигде, которые бы критиковали решение Конституционного суда. Вот как мы, вот и юристы или политики, когда говорят об этом, это другое дело. То есть об этом надо говорить, и нужно исходить для того, чтобы разъяснять. Потому что я не люблю, когда приходит, когда человек, который далек от понятия юриспруденции, когда он дает толкование решения Конституционного суда. Я поняла. Теперь следующий вопрос о рейтингах. Вот как эта вся ситуация, с вашей точки зрения, очень кратко скажется на рейтинге президента, демократической партии и Конституционного суда. Господин Лебединский, коротко. Ну, рейтинг Конституционного суда за последние годы он очень сильно упал. То есть мы не видим абсолютно никакого роста в этом плане. Насчет рейтинга президента, я думаю, что где-то демократы сделали услугу, хотя это очень неприятная услуга, потому что президент Республики Молдова, он действует именно в интересах граждан. Он не действует в политических интересах той или иной партии. Вопрос в том, будет ли или нет это полезно для граждан Республики Молдова. Если мы говорим о рейтинге демократической партии или правительства непосредственно, я вам скажу, что у нас случится. Придет сейчас новые министры, у них все готовенькое, пару проектов, они возьмут за собой 3-4 видеокамеры и так, что у вас нет? Того, пожалуйста.
Что у вас нету? Этого сейчас, через неделю со складов все пришло. И скажут, что вот предыдущие министры не смогли, а вот эти молодцы. И поняла. Я поняла ваше мнение. Господин Гамурай, коротко. Рейтинг демократов, рейтинг президента, рейтинг Конституционного суда. Рейтинг демократической партии будет зависеть от тех результатов реальных, которые будут давать правительство. И поэтому мы и настояли на том, чтобы эти лица стали министрами. Что касается рейтинга президента, это не моя компетенция, здесь было сказано, то есть они занимаются этими вопросами. И что касается Конституционного суда, я бы не хотел, чтобы Конституционный суд заботился о рейтинге в стране, он должен заботиться о правильном толковании положения Конституции. Не скажите, вот, когда проводят опросы и спрашивают, пользуется процент доверия, да, Конституционному суду, и там начинаются СМИ, и там вот партия. Вот доверие более правильное слово, чем рейтинг. Возможно, да. Но я просто более политологично, да, социологично, если хотите, вопрос задала. Владимир Иванович. По сути, для людей это так, они это и понимают. Да, люди и так вот и именно понимают. Поэтому я сошлюсь не столько на свое мнение о рейтинге или о доверии, а сошлюсь на слова тех же людей, которые сказали, ну когда же наконец-то наступит время, когда мы скажем конкретное свое слово «да». На что я им сказал? Скоро. Вот ушел так мастерски, не назвал никаких цифр и красиво так вроде ответил. Ну, не поспоришь, да? Вот на окончание программы. А что с народом-то спорить? Он скажет свое слово конкретно во время выборов. Я скажу, что благодарю вас за этот эфир, потому что, вы знаете, вот два юриста, три мнения, вы часто говорите это в эфире, у меня сегодня было три юриста. Я не знаю, сколько было у нас мнений сейчас, тоже посчитайте, пожалуйста, сами. Но программа была нужна. Потому что мы вот юридические вот эти тонкости, которые волновали вот очень давно, мне кажется, мы нашим телезрителям объяснили. А я не сомневаюсь, что народ разберется, Владимир Иванович, кто из вас был прав, а кто не очень. Спасибо, что приходите, что отвечаете на наши вопросы. Вам спасибо. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.